Всем привет, дорогие друзья! На связи Пушистый Биткоин, и мы с вами продолжаем обзор самых интересных и перспективных ICO-проектов. И на сегодняшний день у меня для вас подготовлен обзор на платформу под названием CryptAssist. Как мы видим, ICO данного проекта уже начался. До его окончания остается целых 37 дней и 20 часов, то есть еще больше месяца, очень много времени. И уже мы можем наблюдать определенный прогресс, который пока еще небольшой, но я надеюсь, что это пока. Итак, сейчас действует бонус в размере 30%, это очень хорошее предложение, поэтому поспешите приобрести монеты по такому выгодному предложению. Для этого вам нужно перейти по этой ссылке. Итак, в быстро развивающемся и быстро меняющемся мире криптовалюты очень важно, чтобы держатели криптовалюты, инвесторы, аналитики и, в общем-то, все, кто работает с криптовалютой, были в курсе всех новостей, тенденций, нововведений и изменений. Ведь, как известно, кто владеет информацией, тот владеет ситуацией. Ведь все мы с вами знаем, что на рынке криптовалют условия меняются настолько быстро, что человек, который остается не в курсе этих изменений, очень быстро может наделать ошибок и в результате потерпеть поражение. Не говоря уже даже о том, что работая с криптовалютами, как, впрочем, и с другими финансами, нас с вами поджидает много угроз в лице различных хакеров, мошенников и также людей, которые тем или иным образом стремятся получить над нами преимущество. Вот именно поэтому так важно иметь современный доступ к свежей информации и инструментам ее получения, для того, чтобы иметь возможность всегда вовремя среагировать на все те изменения, которые ежедневно претерпевает рынок криптовалют. То есть информация – это сила, и если вы научитесь правильно использовать эту силу, вы станете непобедимыми. Но опять же, согласитесь, собирать всю необходимую информацию из различных источников – это, может быть, во-первых, не всегда достоверные факты, то есть, в принципе, это очень тяжело и практически иногда даже невозможно, и поэтому было бы неплохо иметь в своем распоряжении некий такой агрегатор информации, то есть инструмент, который собирает информацию, обрабатывает ее, отфильтровывает при этом недостоверные данные и затем уже предоставляет результат своей работы всем желающим, начиная от крупных инвесторов, серьезных экспертов и аналитиков рынка, и заканчивая неопытными новичками, которые делают только свои первые шаги в мир криптовалют. Именно здесь им на помощь и приходит платформа CryptAssist. То есть проект CryptAssist станет основным и незаменимым инструментом, при помощи которого различные пользователи, такие как эксперты по криптовалютному рынку, разработчики блокчейн-технологий, инвесторы, трейдеры и просто обычные пользователи, смогут получить всю информацию о событиях на рынке криптовалют. Эта информация будет собрана, отсортирована и предоставлена в понятном виде на одной удобной платформе, которая будет экономить людям время, энергию и трудозатраты. То есть представьте себе то, что вы искали с помощью поисковиков, тратя на это время и силы, теперь уже будет каждое утро появляться на экране вашего компьютера или смартфона по одному вашему щелчку мыши, и все это будет на одной единственной платформе под названием CryptAssist. То есть это одноранговая децентрализованная экосистема, которая работает по принципу Direct Acyclic Graph, то есть сокращенно DAG, предназначенная для сбора и предоставления пользователям новостей, а также множество других инструментов, которые облегчат пользователям работу с криптовалютами. Все эти разнообразные инструменты и новостные службы будут иметь возможность отправлять персональные уведомления пользователям, имеющим уникальные профили, в которых будут обозначены их запросы, интересы, цели или инвестиционные стратегии. А пользователи уже смогут гибко настраивать свои профили для получения именно той информации, которая им нужна. Благодаря использованию самых свежих разработок в области технологии блокчейн платформа будет очень быстрой. Для сравнения быстродействия можно привести в пример, например, такие известные блокчейн-платформы, как Bitcoin, то есть это 7-8 операций в секунду, Ethereum – это 20 операций в секунду. На фоне CryptAssist эти платформы будут выглядеть как очень медленные черепахи на фоне какого-нибудь реактивного самолета. Ведь, используя
Direct Acyclic Graph, который, по сути, является новым поколением блокчейна, CryptAssets, Assist сможет обрабатывать до 3500 операций в секунду. И это, безусловно, будет самым лучшим показателем. CryptAssist объединит в себе самые лучшие черты множества платформ, которые основаны на технологии блокчейн. И он способен предоставить большое количество инструментов, необходимым всем людям, которые работают на рынке криптовалют. То есть здесь CryptAssist может предложить нам до 12 инструментов одновременно, каждый из которых тщательно будет проработан для удобства и обеспечения безопасности пользователей и их средств. То есть либо будь вы инвестором, криптоаналитиком, либо же просто новичком, каждому из вышеперечисленных людей CryptAssist поможет получить неоспоримое преимущество на рынке криптовалют. Одной из ключевых таких особенностей данного проекта является дебетовая карта CryptAssist, механизм работы которой построен на новой революционной технологии. Эта дебетовая карта становится доступной пользователям после прохождения процедуры идентификации пользователя, всем известной QIC. Владельцы карты смогут легко, быстро и безопасно совершать транзакции между собственной валютной платформой, другими криптовалютами, фиатными деньгами, а также другими дебетовыми и кредитными картами. Основным преимуществом данной карты является простота использования, то есть это будет не сложнее, чем обычная всем привычная Visa или MasterCard. С той лишь разницей, что дебетовая карта CryptAssist является мультивалютной, то есть она будет поддерживать до 50 разных валют, и при этом комиссия за транзакции будет очень-очень низкой. Кроме того, эту карту можно также будет использовать в любом банкомате по всему миру, а также совершать с ее помощью онлайн-покупки. В принципе, на этом мой видеообзор подошел к концу. Я надеюсь, информация, которую я вам предоставила, была для вас полезной, вас данная платформа заинтересовала. Уже сейчас вы можете присоединяться к продаже токенов, у вас еще есть время. Для более детального ознакомления с платформой я предоставлю вам все необходимые ссылки в описании под своим видео. Читайте, ознакомливайтесь и принимайте свои решения по поводу инвестиций. Но, пожалуйста, не забывайте всегда, никогда о том, что все ваши инвестиции и вложения происходят лишь на ваше усмотрение и по вашему желанию. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. С вами был Пушистый Биткоин, и я прощаюсь с вами до выхода моих новых видеообзоров. Всем пока!